сегодня у нас будет чистка сушильных машин, Грее, Электролюкс, и может быть еще там мили будут. Мы посмотрим, сколько в них всякой грязи и всего остального. Смотрите, сейчас я вам покажу. Все. Вот смотрите, сняли верхнюю крышку. Вот. Вот это вот слой. Так это еще не все. Вот смотрите. Видите, здесь даже уже начинается такая какая-то графитовая, связанная с трением металла стружка. Вот она. Вот это все нужно будет пропылесосить, почистить. Потому что это все плохо влияет на теплоотвод. Соответственно, качество может ухудшиться сушки вплоть до полного выхода из строя компонентов, которые за него отвечают. Вон еще вентилятор, который это все засасывает. Он охлаждает компрессор. Ну и плюс, вы знаете, как ни странно, есть еще вероятность возгорания. Потому что это все очень легко горит, это ткани. И желательно это там раз в сезон, если у вас идет промышленное использование или бытовое, раз в два года, сушку полностью разбирать и чистить. И может быть, например, она у вас здесь, у вас бытовое использование, то она может быть вот в таком состоянии. Хотя боковины там внутри тоже может быть очень сильно засорены. Ну все. Спасибо всем, кто смотрел. До встречи. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, счастливого.